Из-за обвала рубля состояние 20 богатейших российских миллиардеров сократилось в общей сложности на 10 миллиардов долларов. Бедность обрушилась на бизнесменов последние два дня. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Всего, по данным агентства, богатейшие люди России с начала года из-за ослабления рубля, падения мировых цен на нефть и санкций потеряли в общей сложности 62 миллиарда долларов. Сильнее всего на 8 миллиардов и 700 миллионов с начала года уменьшилось состояние совладельца и председателя правления Новатека Леонида Михельсона. Текущий его капитал оценивается Bloomberg в 9 миллиардов 200 миллионов долларов. На втором месте по потерям оказался контролирующий «Стройтрансгаз» Геннадий Тимченко. В этом году его состояние снизилось на 7 миллиардов 800 миллионов долларов. Третьим стал владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, а за текущий год он потерял 7 миллиардов 500 миллионов долларов.